Всем приветик. Вчера ходила, постриглась, сделала себе стрижку, хотя стрижка недовольна. Во-первых, коротко постригли, 30 евро заплатила, но очень коротко. Сегодня тоже по делам с утра ходили, у нас погода портится, сейчас дождик начинает моросить. Стасику кое-что купили. В общем, день у нас сегодня поражает своей активностью, да, Стасик? Да. Не знаю, сегодня, может, выйдем в эфир, может, не выйдем, посмотрим. А так у нас все замечательно. Очень хорошее настроение сегодня, только вот погода. Наверное, будет ливень, но мы уже домой идем. Не знаю, там по продуктам посмотрим, может, мукбанг вам устроим. Посмотрим, да, Стасик? Да, сегодня ходили в аптеку, искали. Мне по назначению таблетки призначили. Ну да. Были у семейного врача сегодня. Выписали вот такие таблетки от гастрита, типа. Покажи. Реопан. Я вообще такие не люблю никакие-то... Мені там, короче... Не мені сказати. Ну, я покажу. Вони якісь... Мені перші виписали як таблетка, як смоктульки. А от це взагалі якесь непонятне. А це такий стикер, і там жидкость. Внутрі його треба пити. Не більше 3 разів в день, коли є шога, ну таке. Коли з желудком проблеми чувствуються. Вот это выписали, 8 с копейками евро стоит вот эта пачечка. Тут 10 стиков. На 10 дней, как я понимаю, ну, наверное, меньше, потому что Стасик пьет больше. Немецкое лекарство. Страховка, кстати, не покрывает его. Не знаю почему, мы сами в шоке от этого. Потому что по страховке даже скидки нет. По полной цене. Ну, посмотрим. Для чего тут эта страховка? Ну, страховка для приемов, для операций, но на лекарства... Я, кстати, еще ни одно лекарство в Германии не брала именно по страховке. Все за деньги, за свои деньги. Ой, постриглась, чуть-чуть недовольная. Оно торчит почему-то, но волос отрастет, оно уложится. Ну, очень коротко. Я просила длину вот такую, а они сделали короче. Нормально, не знаю, мне почему. Нравится. На портаче. Ты мне нагадываешь одну медсестричку. Я всегда тебе медсестричек. Ну, вот так нормально, да? Да. Надо покраситься, не знаю, посмотрим. Ну, кстати, голове стало легче, нормально, потому что вот это лето, сейчас жара. Стасик, ну что ты, люди ж не слышат. Сейчас лето, жара, и как бы хочется что-то легкое, волос вот это постоянно заколотый, постоянно потеет. Голову часто мыть приходилось, сейчас намного лучше стало. Ну, я и так три дня раз мою голову. Ну, такая летняя стрижечка, да, Стасик? Да. Так, что вам еще хотим сказать? Нам на днях попортили настроение кое-кто. Мы не будем называть эту машкару. Можно намек? Ну, машкара там летает. Можно намек? Польша. Все, Польша. Больше не буду я никакие. Не, Польша хорошая страна. Ну да, они были в Польше. Ну да. Вот и все, больше ничего. Ну люди небогатые, люди постоянно всем советуют, слопа вот это аж кишит. Я просто в шоке была, что нам в личных сообщениях начали присылать вот эта зависть, вот эта гниль людская, вся вышла наружу. И люди думают, что они за чей-то счет себя как-то пропиарят, как-то вас высят. Ну, это бред собачий. Просто то, что я от людей в шоке, это да. Люди себя показывают... Показали люди себя не с самой хорошей стороны, а показали именно свою гниль, свою внутренность, вот эту именно гнилую. Вот знаете, как берешь, например, какой-то фрукт, он снаружи еще нормальный, вот яблоко разрезаешь, а внутри оно гнилое. Вот такие эти люди сначала себя преподносили, в друзья напивались, такие хорошие. А потом показали просто свою гниль, свою зависть, свою гниль. А мы же этих людей хотели отблагодарить. Ну, и, кстати, после того, как я им доброе дело сделала, вся гниль вот эта ихняя раскрылась. Я вчера дивился ихнюю прямую трансляцию, я.
вчора. Вони там таке бред несли, і на мене несли бред. Ну, вони взагалі, ну, люди, що я там, типа, то циган, і туди-сюди. А вони ще, що, а чого ви не розказуєте, де ви були, ви ж зарані виїхали. Ну, ви так. Виїхали, коли війни не було, ви виїхали зарані з України, і ви зарабатували, а вам не вигідно було зарабатувати, ви приїхали у Берлін. Вони в Берлін не приїхали, ну, Берлін, вони Берлін не нюхали. Ну, вони де? В Германію, ви в Германію, ну, приїхали. А ви вже скажіть своїм підписчикам, де ви були до війни, де ви, чим ви зарабатували? Ну, чем они зарабатывали, нам оно понятно, потому что люди в Украине жили, как я поняла, очень бедно. Это мне они и рассказывали, то, что они не доедали, то, что у них куска хлеба никогда не хватало, они вынуждены были на заработки ехать. Ну, мне кажется, люди просто ленивые, они работать не хотят. Я вчера слухал, одна там подружка Каина, вчера эфир дивился, она там вроде... работала в интернате, она и психолог, и туда-сюда. Это не моя подружка. Но... таких друзей иметь и врагов не надо. А приехала у Немеччину, на социале живет. Потому что люди не хотят не работать, они в Германии жить не работать не будут, это точно. Они просто хотят на шарика выехать. И кто, я вас предупреждаю, кто подписан на нас, из, а, короче, не, ну, буду говорить, не, надо, не буду говорить, подписан из девочек, щоб вони не говорили, наші всі підписники у вас, пожалуйста, хто підписан, можете туди, к ним, обратно йти, щоб вона не говорила, що наші всі підписники, наші всі підписники к ним приїхали. Туда, к ним, назад, туда дуйте. Ну, люди сами, я думаю, решат, на каком канале им быть. Мы никого, ну, а не тешим. А тоже, кстати, Каины подписчики тоже к ним перешли. Ну да, я, кстати, их рекламировала. Но мне на самом деле этих людей жалко было. Я думала, эти люди несчастные. И то, что я заметил, эти блогеры из Харькова. Они не с Харькова, они с Одесской области, там откуда вот. В Харькове такого позора, ну, мы еще не слава видели. Богу, я не вони, видела их. Слава Богу, что они еще не с Харькова, бо, ну, это да. Ужас, позориско таке. Две алкашки. Так что, что я хотел сказать? Ну, каю, вони, каю вони обижают. Я они вчера меня дивился. Не обижают, они просто с мозгами не трошат, и у них... болезнь прогрессирует активно. Я вчора дивився ефір, боже, вони там і мене почали псирати. Я і циган, я і із інтернату, і в інтернатах люди туди-сюди. Ну нічого, не переживайте, не переживайте. Да. Не буду, нельзя говорити. Ми не такі, як ви. Ви взагалі наші імена говорите у прямих ефірах. Ну так. Это вообще запрещено. Та не вообще привет несу. І в ефірах наші імена ви говорите. Ми ваші не говоримо імена. Что вы говорите? Ничего. Ну, мы за вас, Кая за вас возьмется, мы уже подыскали, ну, людей. Там вы вчера говорили, вы никого не боитесь. Мы посмотрим алкашки. Ну, мы посмотрим. А то, что насчет алкоголя, мне кажется, им лечиться надо, потому что, ну, их вылечат, поверьте. Мы посмотрим. Добровольно, принудительно. Кая уже нашла людей, не будем, ну, казать, да, кто. И... после того, как все ждите, дело сделается, мы вам снимем, да, видео, покажем. Ждите ждоб-центра, привет. Ну, не 100% только ждоб-центра, привет. Ждоб-центра. Как вы выехали, войны не было, вы уже выехали у Европы, вы начали зарабатывать у Европы, а потом, а вам, а потом вам невыгодно было, вы приехали в Германию. Ждите привет от ЖИП-центра и ждите от юристов, оскорбляете нации туда-сюда. А то, что вы заходите к нам на стрим, по чужим именам, никами, там, мне какие-то провокации делаете и снимаете видео, как мы в прямых эфирах, что я там кого-то оскорблю, вы этого не дождетесь, ну, алкашки. Правда, как я сказал? Правду, Стасик. Ну, мне кажется, на такую машкару и внимание обращать не надо. Правильно мне комментарии писали, что это... А то, что я инвалид? Да, я инвалид, но я по здоровью инвалид.
Вы ж не знаєте на самом деле, на що я больной. А чому перед ними я правда? Ви ж не знаєте. І ви хуйню городите, алкашки. Ой, Стасик, не обращай внимания на этих... Обидві. Гаються, караван едет, собаки лают. Вони ж не знають, на що я больной. Как? Ну, они, походу, про всех все знают. Ну, вони ж не знають. Они себя воспалили. А чё, ще й обзывають, ще й эту другу блогершу. Вони всіх, короче, обсирають. Що за народ? Ну, люди польнись, люди польнись. Що мене вдивляє, українці проти українців ведуть, ще приїхали в Європу. А які вони українці? У таких людей ні флага, ні родини, ні. Вони ж мені розказують, як ви так любите, як ви так за політику, хорошо. Чого ж ви на українській мові не говорите? Так. Інтересно, як ви так жопу рвете за одних там. На українському заговори, алкашка. Ну я хочу єдине сказати, Україна – це не квартал 95. І все. Ну вони ж жопу рвуть. Ну жопу рвуть. Заговори українською. Алло. Да. Як ви замітили, ми ім'я не називаємо, як некоторі. Всім хорошої неділі, кінця неділі хорошого, хороших вихідних. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Всім пока-пока. Кая, ну ти подивись, на нас же ход взяли, це ж вони на нас почали. Ну так. Не доблогери. Ну все. Всем хорошего вечера или дня. Всем пока-пока.